Привет! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой канал «Замедленная душа». Почему именно такое название я дала своему блогу? В январе 23-го года я познакомилась с философией медленной жизни. Многие мысли подчеркнула из двух книжек. Первая книжка Карла Анаре «Без суеты», и вторая Катерины Раковой «Счастье не спешить». На тот период времени меня переполняло огромное количество мыслей, и мне очень хотелось поделиться своими мыслями с окружающими людьми. Так я завела свою группу на площадке ВК. Крутила так и этак название «Медленная жизнь», «Slow life», «Slow living», добавляла приставки, отнимала приставки, меняла окончания. И в какой-то период времени мне пришло в голову слово «душа». Волшебная приставка «за», и так родилось название «Замедленная душа». В марте уже этого года я перешла на площадку YouTube. Записывала только короткие шорты и побаивалась идти на горизонтальный формат. Но спустя 7 месяцев мой страх постепенно стал сходить на нет. И вот я сижу перед горизонтально поставленной камерой, выстраиваю свет, думаю о композиции, периодически бегаю подчищать переполненную память, чтобы снимать дальше. Просто получаю удовольствие. В этом небольшом ролике я просто хочу немножко с вами познакомиться, сказать огромное спасибо тем, кто смотрит меня, дает обратную реакцию. Все вижу, все читаю, кого-то блокирую. Сохраняю положительные моменты в своей памяти и продолжаю заниматься тем, что радует меня и вас. И еще кое-что. С наступающей всех осенью и с началом нового учебного и рабочего года. Увидимся! Немножко закадрового контента, чтобы вы помнили, что все мы люди. Вот теперь точно до встречи!